такой маленький и говорит на русском лучше, чем я. Молодец. Читаю слово, которое написано 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь». Вообще-то праздник Пасхи – это для нас, христиан, радостный праздник, не так ли? Для меня это 41-я Пасха. И еще много впереди и в вечности. Слава нашему Господу! Знаете, Павел говорит такие слова: «Поступайте по моим следам, ибо я наступаю по следам Иисуса». И вот Иисус на этой земле, и мы, смотря на Павла, смотря на учеников, как они наступают по следам Иисуса, мы хотим тоже так сделать. Однажды я вам расскажу короткий пример. Однажды один человек взял своего сына и говорит: «Сыночек, давай пошли на базар». Сыночек оделся быстро, пошел с отцом на базар. Ну, конечно, папа купит что-то, яблоко или что-нибудь. А по дороге отец встречается со своим другом, который долгое время не видел его. И, конечно, нужно было, мирские люди, нужно было отметить это. Зашли куда-то там, не знаю я где, не видел, только слышал. И начали одним за другим вопросы, ответы, юмора и так далее. Наступил вечер, так папа и ничего и не купил на базаре. Возвращается папа назад с сыночком, а уже снег, это зимнее время. И отец идет вперед, уже голова, не знаю какая. Он идет вперед, а сын наступает по следам своего отца, потому что снег был немножко большой. А папа как бы отрезвел, смотрит, где сын, идет сзади. Смотрит, сын так четко наступает по его следам. Говорит: «Сын, давай быстрее, что ты так медленно?» «Папа, я иду по твоим следам». А он как будто все вышло из головы, отрезвел и говорит: «О да, только не по моим следам». А наш Господь говорит: «Идите по моим следам». «Наступайте по моим следам». И Павел, имея такое дерзновение, говорит: «Наступайте по моим следам, ибо я наступаю по следам Иисуса». Мы пропели такой псалом, который были такие слова: «Ведет нас к вечной жизни всех». Слава нашему Господу! Он доведет, братья и сестры, потому что Он сказал нас, что Он возлюбил, прежде мы Его полюбили. Он сначала, поэтому Он доведет нас. Конечно, я хочу всех вас поздравить с этим замечательным праздником, который радует нас. Сначала я поздравлю своих, которые понимают меня. Христос Амвиат! Христос Амвиат! Христос воскрес! Христос воскрес! Да благословит вас Господь!